И всем приветик, друзья! С вами я, опять Тёма, и у нас появилась проблема, и вы видите, какая же. Вот буквально я отключаю запись и вижу, как появляется лагерь гоблинов. Ну, уже название до второй серии есть, так что погнали решать проблему. Так. О май гад, что это такое? Деньги украли. Убейте его. Не зря кровати построили. Так, вообще, на чем мы остановились? Я уже забыл. Так, мы закончили стену. Ага, мы закончили стену. А, мы вот эту штуку начали. Это мы уже никак не сломали. А, вот эту штуку начали. И все. А, мы еще этого нашли, точно. Мы нашли хранителя первого. Сейчас нужно решать проблему с этими чунга-чангами. Ну, давайте попытаемся убить. Нас все-таки нас много. Сколько там? Двое только? Где все остальные? А, вот трое типа вижу. Ничего, сейчас справимся. Кто будет ранен, пойдет поспит. Так, ну пока что нормально. Они все сюда загнались, это плохо. Одного убили. Давай, бейтесь. Еще один летит. Так, я думаю, можно вот сюда портальчик сделать. Вообще будет идеально. И загреть тупо все вот сюда. Ну, когда будет много хп, пусть пойдут посражаются. Кровать, если что, всем есть. А, нет. Одному нету. Ну, ничего страшного, одному нету. Сейчас это поспит еще. Так, пошли. Не, ну можно, конечно, взять всей толпой напасть. Ну хотя их тут четверо. Куда ты побежал? Давайте, молодцы, загрели этих. Давайте, бейте. Умницы, умницы. Какие же хитрые. И умные у меня гномы. Смотрите, убили же этого вожака Жабалиса. Ну, не Жабалиса. Жабалиса такой, что другой. Так, дерево добываем. И также хочу сказать по поводу сегодня. Сегодня выйдет еще второй ролик по поводу Бабл Кваса. Я заметил то, что вышла обнова. И я такой подумал, а почему бы не заснять на ее обзор? Там есть новый ящик, ну и там новые бравлеры. Я уже гемы подготовил. Ну ладно, как бы мы играем в другую игру, давайте не будем про это. Что? Никто не может без... А, это этот босс. Вот знаете, в чем прикол? Вот когда они... Когда ты их убил... Беги! 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 Не забирайте. Вот так вот. Ну ничего, блин. И этот босс еще нам угрожает. Ненавижу. Это старый. Перемотаем время. У меня вот один вопрос. Вы чё, дебилычи? Вот почему вот сюда вы не ляжете, а? Вот это, кстати, с полным хп сейчас пойдет атаковать. Нет, ничего у нас из нового оружия. Нет, надо шапку переделать. Так. Нужна кузница. Это 100%. Подожди, а у всех это? А не у всех деревянные шапки. Вообще не все. Так, а листочки есть. Давайте сделаем хоть еще парочку деревянных шапочек. Потому что это как бы оборона, нам хп нужны. Так, где эта девчонка? Вот эта девчонка. Ей дадим, потому что она сейчас пойдет драться. Ну и шахтеру. Я обожаю шахтера, потому что шахтеры это самое главное. Они те добывают руду.
Ну и лесоруб то же самое, кстати. Да, кстати, как вы заметили, я исправил, я посмотрел, что прошлый ролик, то есть, вот. Но она начала драться с теми. А, нифига она не убьет ни одного, потому что их тут четверо, а нас один. Нас один человек, у них четверо. Так что нечестно. Думаю, можно тут уже делать какие-нибудь, не знаю, дверь. По проходу. Если не выросла. Ой, какой ты буйный мальчик. Сразу лучник. Так, копим еще две монетки и купим ему лук. Сейчас позаберу. Подожди, она тебе хоть какой-то дает броньку? Нет, она вообще не дает. Вот если бы он бы с девочкой напал, то бы они смогли победить. Ну, вон там прям кто-то почти умер. Кто-то-то почти-то и умер. Что-то все пошли атаковать так. И все сразу. Перезагрузка у них случилась. О! Одного загрели, одного загрели. Так почему? Они такие тупые, они не могут просто взять все, собраться. Вон, смотри, целенький. Слёха. Уходи! 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 Да что это такое? Если я сейчас проиграю, то это тупизм будет. Да не может быть такого. Вот что это? Вот как вы объясните? Они тупо стоят. Вот у меня всегда в других они у меня умные. Нате, блин, власти в портал убегаете. Ну что тут? Вот смотри, что это? А, давай, давай, давай. Почти. Есть, убили одного, одного убили еще. Вот что это такое? Они просто тупо стоят. Все, поумнели, поумнели. Так, это если что второй раз. Это ра два гнома у нас умерло. Если что последнее выросло, это тот, кто умер. Сейчас еще, кстати, новый уровень будет. И 7 гномов будет. Сейчас еще тот, кто тут умер, возобновится. Так, два этих осталось. Это супер. Это бомба. Бомба, понимаете? Просто бум. Видите, как идеально сработано. Просто вот эта штука стоит и блокируется. Пока мы там с одними разбираемся. Кстати, этот сейчас щит поставит, и этот залезет. Так что вы будьте осторожны. Один? Нет, все-таки. Так, топор нужно, да? Еще сделать. Еще одну. Но все-таки еще два придут. Что там? Можно еще один. Можно. Сейчас будем всем давать подряд. Лучник. Так, где топор? А, я еще и это мне выдал. Это я один один. Население выросло. А, это тот, кто умер. Это тот, кто умер. Сразу выдаем ему. Потому что он полный хп. И надо у кого-то забрать этот. На голову. Вот у тебя, да. Потому что он сейчас пойдет атаковать. О, еще один гном. Давай, все, население выросло. Так это, о, девушка. Наконец-то, а то они парни. Так, все, иди тоже лупась. Давайте, бейтесь. И овечку тоже бейте. Давай, девка, бей. О, я ж про что и говорил. Вот с этим справьтесь. Если не вырос, новый герой. Герой это тоже такая отдельная вещь. Типа гномов, только у них разница заклинания. Всегда какой герой на максимум. Все, победа. Победа. Все. Предупреждаю тебя в самый последний раз. Не трогай гоблинов. Пожалеешь. Вот это вот. Короче, это огромный драконище, который прилетает, нам тут все крушит. Если еще раз гоблины заспавнятся, мы их убьем, короче, нам кирдык. А лучше, чтобы этого не было.
проходит, смотри, как быстренько. Так, серебряная руда. Блин, вот сейчас бы кузницу, честное слово. И слитки колотить. Реально. Так. Давайте по поводу дома посмотрим. Что у нас вообще? У нас все плохо. Уголь есть. Вот тут он нам заблокировал самое главное прохождение. А знаете, почему мы умерли? Сейчас в этот раз. Потому что сложность стоит сложно. Я на сложно поставил. Это вообще я никогда на сложно не играл. Я играл все время на средний. Но... Вот это сейчас видите. То, что близко. Вот тут я люблю горы. А тут три. Блин, я мог так сделать. Ну что ж, копайте. А со мной еще позаниматься. Копаем и это убиваем. Смотри, как быстренько. О! Еще один шахтер. Мельник. Нет, я тебя не хочу. Охотник. А лучник чего нет? Ту-ту-ту-ту-ту. Да, вот такие штуки нам надо делать. Так, а мы заблокировали, типа, дом люков? Да, мы тут заблокировали. А тут, пожалуйста, поставьте. А потом, когда это касается, поставим. Уютно! Пока убьют. Так, что ж. Неплохо. Молодец. Прыгнула, контрол. Ну так тогда сюда. Подожди, подожди. Ножницы. Так, ножницы. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Господи, где? Топоры, да. Топоры еще нужно сделать. Кирки. Дубинку. Потому что скоро мы уже перейдем. Скорее всего, на кузницу. Да что ты творишь? Построить блоки. Сломать. Дайте мне любого. Смотрите, помогу. Давай, поставь. Что за тупина? Да ну вот что ты за тупизм делаешь? Ты бушл? Ты чё, больная, что ли? Господи! Что творится? Что творится с этим? Прям тупизм происходит. Ссылочку срубить. Видите ли, им заниматься нечем. Ну пошли тогда, пошли. Не, атаковать не будем, ничего. Атаковать это как верно смерть. Давайте вообще посмотрим, можем ли мы скрафтить самую полезную вещь. Нет.
А-а-а. Вот тут как раз таки будет проход. Да подожди, надо вот так-то. Тут есть сундук с супер вещами. Я могу тупо взять, сломать. Лежак, тут двери нет. Как бы я своего гнома взял и разбил бы, продал, поставил бы, он бы забрал, они бы забрали бы. Они бы забрали бы, потом бы пошли туда, все, забрали бы, и я бы закрыл бы, и все. А портал бы удалил, у них тут тоже. Вот отсюда выходят зомби, так что не вариант сюда идти сейчас. Во-первых, это может быть огромное помещение с порталом. Вот тут может быть портал. Даже он вот там виднеется. Может быть, я говорю только. Хотя вот тут поздно что-то. Тут два, во-первых, босса. Один суперсильный, второй суперсильный. И дверька с похороненными гномами. Они тоже очень сильные. Так, вот еще какая-то дичь. Так, давай дальше копай. Пять монет, я это увидел. Как я такого не убить? Вот, видите, как хорошо работает. Вот, видите? Кстати, кто же среди? Все отлично. Этих тоже убить. Сейчас косточки появятся. Вон косточка. И, пожалуйста, пока-пока-пока. Чтоб можно было хоть как-то против дракона стоять. Того суперсильного. Купим лук для лучника. Не знаю, как пройти. Куда? Вот когда вот сюда мне высветится, не знаю, как пройти. Только тогда ты не сможешь пройти. А так ты просто тупой. Давай копаем, ты не должен, я должен за тебя. Подожди. Не должен. Ты хоть мне ничего не должен, но ты мне должен помочь. Домик Жабалиса. Супер. И опять шахтер. Как нам так везет? Во-первых, дай посмотреть, что тут. Все там в помещении. Я говорю, слезай. И давай пос... О, серебро. Все. Так, давай это забираем. Как вот сюда забраться, я не знаю. Ну и в сам низ. Кстати, уже почти в сам... Почти уже в самом низу. Тихо. Тут еще в вазах что-то вроде лежит. Ого, это жук прорыл. Давай вот сюда, Рой. Пусть, давай мы тебя встретим. Наконец-то принесли, принесли. Ну, давай, мини. Шахтеров больше. Лучник. Войный лучник у нас появился. Это хорошо. Я бы сказала бы, отлично. Все, на. На. Так, что тебе нужно? О, нет, это попозже, давай, а, Жабалисик. Давай попозже. Все, куча мисок можем делать. Все, всем дома есть. Так, все отлично, все отлично. И все, всех. И одна дополнительная. Так, это мы переломаем, может. О! Супер редкая вещь нам выпала. Супер. Слушайте, мне нравится. И да, скорее всего, в следующей серии у нас будет первая наша волна. Первая наша волна. Так, ну все пока что отлично. И, ребят, вы вот одно не написали. Нравится ли вам кровзёвок? Ой-ой-ой! А столика-то с едой нету. А нельзя этот вот. Так, ребят, убейте их, а то я столик потом сюда поставлю, они тут будут неприятно, если не создадут. Краски, да. Очередь ресурс.
Чуть не понял. Кном атакованы. Чихурбек родился, блин. Домой. Точно, я ж мог их тогда спасть с помощью этого. Ненавижу вот этих гадов. Хотите, вам про них прочитаю? Во-первых, это я всех, кого встречал. Вон. Подземный копатель. Опасный. Постоянно поглощает породу перед собой и растет в длину. Не, подстой. Подземный копатель. Вот, гигантский червь. Гигантский червь. Опасный, таинственный тварь из глубин разбужденного. Короче, прочитайте. Прочитайте. Это, кстати, тоже герой. Прочитайте вот эту. Все, прочитали, я думаю. Если нет, то просто на паузу поставьте. Так, косточку должны были принести. Да. Наконец-то, великая вещь. Далеко. Вот. Так, смотрим, что тут у нас. Мифрил? Подожди, где? Я что, маленькую карту выбрал? Да нет, я ж большую выбрал. Какого? Я ж большую выбирал. Прикиньте, уже лава. Ладно, самое интересное это вот это. Не, это без портала. Но это очень сложно. Раз дверь, два дверь и три ёпарный бабай босса. Мне кажется, это последний будет хранить, потому что, ну, напоследок, потому что, ну, это супер. Так, овечка, что ты тут делаешь? Гном, а, гном запрещено. Сори. А как так? О, слушай, а мне даже он нравится. Такой классный мужик. Гном атакован. Слушай, гигантчики, блинчики. Вот сюда поставим, потому что они как-то тут не ломают, а мы их-то нормально толком не можем побить. Так, ну что ж, ребят, обязательно пишите в комментариях, 100% пишите в комментариях, снимать мне дальше ли Craft the World, интересно ли вам. Давайте где-то на 24, на 25 минут еще будем заканчивать. Сейчас порубим тут еще немножко. Подобываем ресурсы. Почему вас... Почему? Ага, 7 надо кровати строить. Великое оружие. Но она нам еще не светит вообще. Очень мало видно. Очень мало видно. Давайте рубите их. И крысу тоже закидайте. Гарти, чтобы я никто не видел больше. О, какой лучник. О, какой. Ой, какой красавчик. Ой, какой красавчик. Так, армия растет. Супер сильная армия. Пшеничка. Гномы атакованы. Всем непонятно. Мышью, наверное. Так. О. О. Нет, так не будет. Так, сбрили ли гору? Гору почти. Что помешало вот этого? Но мы атакованы. Тебе не надо его бить, брат ты мой. На мячи. Тебе вообще ни капли не надо его бить. Ты это когда-нибудь поймешь? Домой иди. Настолько быть тупым. Когда у меня половинка ХП остался, я бы уже побежал бы домой со скоростью света. Шахтер прохачивает, видите?
Господи, беги, Ингрид, не трать свое хп. А, она тем более сейчас умрет. Я думал, это у нее. Я думал, ее хп. Так это схапать? Это не надо. Ну все, мы ушла. Все, понимаете? Ладно, первый сезон, конечно, не будет такой уж интересный. Да уходи! Убьют. Смотри, вот я его спас, считай. Его просто спас из ног огромного крокодила. Давай, копай уже, а. Выбирайся, мы хотим тебя уже убить. Аж такая ненависть. Давайте даже подождем. Ну что ж, друзья. На этом, я думаю, закончу. Когда она выберется, уже будем заканчивать. Все. Она выбралась. Ну что ж, друзья. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Она, конечно, не такая же долгая, как прошлая. Но тоже очень интересно. Мы пережили гоблинов. Пережили огромные потери наших гномов. Надеюсь, в будущем будет только лучше. Ну а сейчас давайте, чтоб вышла следующая серия, наберем 5 лайков. Я, как вижу, вы с этим быстро справляетесь. На прошлой серии аж 6 лайков набралось, когда я просил 5-4. Так что давайте 5 лайков, не 4, 5 лайков, и выйдет новая серия по Кразу. Ждите, сегодня вечером выйдет видео про Бабл Квас. На этом все, друзья. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.